Давай бросим карточки. Давай лучше кубики. Куртки, не, бросим кубики. Семь. Семь, ничего себе. Надо большой кубок купить. Ага. Семь. Да, нормально. Десять. Десять. Я рейс. Ага. Семь. Пас. Отлично. Буду ходить первым. Да. Я надо сдачу. Оставлю. Телезрителя. Сейчас я себе на телефончик еще установлю чатик, чтобы видеть ваши комменты. Да, я тоже оставлю руку, начну ходить. Ботаник Санктум. Прям ботаник. Эфирная постройка. Ё-моё, это найду гору, победу. А ты можешь ходить. А я возьму карточку. Окей. Я выложу земелечку, потому что у меня есть первый дроп. Бессмертный пес. Бессмертный пес, бессмертный пес. Мы играли Юр-контроль против моно-б-зомби и считали, сколько контролю нужно магма-спреев, чтобы справиться с зомби, чтобы они не возвращались с кладбища. Ну, в любом случае, больше 4 ты не положишь. Что за... Чем вы занимались без меня? Я не знаю. Давай такую земельку и скажем тебе ходи. Антап. Апкип. Апчкип. Апчуп. Еще один. Да. Хочу атаку. Да. Мне стало больно на 2. Подумал. Упушнул своего зомби? Передал. В конце хода подцепил землю. Ура, подцепил землю. Ты видал, я вскрыл сокровище? Апчки. Да, а где ты его вскрыл? Мне было грустно, вы меня все бросили, я вскрывал бандлы. Пока не вскрыл сокровище. 3 земельки и виртуоз мухолет. Теперь у меня есть блокер твоих псов. Зажигай. Блин, действительно, сейчас я думаю, будет вообще 1000. Ну, он тебе сразу понравился, как только колодеж вывел, ты его сразу... Да, да. Там, собирал безумные комбинации. Ага, так ты подло со мной хочешь, да? Так вот. Я, пожалуй, в респонс потрачу 4 энергии. Да. Создам одну вертушку. Угу. Такой парень шел на грейв. Я хочу в атаку. Давай. Назначил. Собственно, сдам вертушку в одного. Тебе 2. Чтобы мне было менее больно. Федерал. Федерал Педерастович? Лес. Такой парень. Энергии стало побольше. Подрову карточку. Эфирно подстроился. Угу. Найду... Пожалуй, себе еще одну гору, а ты можешь ходить. Тап, апкип, апчкип. 3-2, да? Но он вышел, он уже все сделал, что хотел. Да? Вот меня они больше всего бесит, не поймешь, что с ними делать. Да, очень полезные парни, то есть если их просто игнорировать, у них еще и атака третья, они могут больно пекать. Плюс хороший чем блокер. Больше всего. Чем блокер. Псапсан. Ну, моя задача максимально сдерживать агрессию черных зомби, поставить Марвел и закрутить комбинацию. Моя задача забегать его. Да, соответственно, старт был вроде как и бодрый, но без крейбрейкеров очень тяжело поддерживать темп. Тогда давай мы сделаем вот так. Да, колосс. Войдет с одним жетончиком. Хочу атаку. Давай. Назначил. Поблокал. Умер. Передал. Давай тебе скажем чудо эфира снабжения. Ура. Это оно. Давай его активируем. Чудно эфирно снабдился. Все мимо. Ура. В рандомном порядке положили их вниз. Погенил 2 энергии. Потянул карточку. Снабдился. Эфирно. Подумал. Не снабдился. Подумал. Да, пожалуй, лучше сделать это сейчас. Подстроился. И передал тебе ход. Да. Нашел апостроф.
Смотри, что я хочу сделать. Я хочу вывести такого товарища. Да, антенка. Антенка, он поантенил, мне пришел зомби черный 2-2 повернутый. Угу. Хочу атаку. Да, давай, в этот раз я не буду блокировать. Начал. И передал. Кип. И он, блядь. Нас беспокоит. Нас беспокоит и один зомби, и второй зомби. Ну, вот надо сделать правильно. Допустим, убьем твою антенку. Да, это неприятно. Антенка, я ничего с этим не сделал. Умерла. И ты можешь ходить. Так. Окей. Чуть все попадало. Смотри, что хочу. Хочу еще одну антенку. Сколько тебе их там привезли? Я выжил еще зомби. Много антенок. Да. Да, поантенилась. Еще один зомби. Да. У меня закончили зомби. Используй топтеров. Нет, я буду... Классно. Вот так. Вот их два. Хочу атаку. Давай. Я поменяюсь с Токинцом. Да. Погинил одну энергию. Токинец умер. Передал. Сраных зомби у меня каких-то нету, Токинов. Наверное, там шесть. Коробка их надо взять. Второе вращение. Ну, сейчас или пан, или пропал. Спойлер, пан. Паночка померла. Собственно, друже уломок. Да. А я пока поищу себя такими зомби. Изгоню тебе. Кого я тебе изгоню? Я тебе изгоню вот таких двоих. Вот таких двоих? Да. Вот так вот. Антенку и Графстера. Окей, изгнал. Так, мы сделали лендроп, мы поставили ломога, и мы передадим тебе ход. И мы счастливы! Ну, не знаю, тут поел я или не поел, нужно 8 хиточков как-то нанести. Моя рука. Собственно, я могу заблокировать только одного атакующего. Ну да. Ну, я хочу... Пойти в атаку. Давай, назначай. Назначил всех. Встал в один из токенцов. Это логично, потому что я не вернул какую-нибудь... Еще логичнее, здесь угроза. А, да, он настолько хорош. Раз, два, три, четыре. Да, зомби ушел. Надо что-нибудь сыграть. Сыграю я вот такого парня. Назову The Zombie. И схожу, передал. Ну, будем надеяться, что у Александра нет ответа на мой следующий шаг, иначе я здесь проиграл. Мы поставим Чарльз в урмоне. Во-во-во, вон тебе карточка покемонов. Не ожидал? Да, неожиданно. Я не пойду в атаку. Да. Я хочу пожить, поэтому передам тебе ход, создам гурма. Создал гурма, да. Я себе набрал зомбиев. Ира. Так, что я там могу сделать-то? Ничего не могу сделать. С этого самого тоже ничего не сделаю. А, нет, в конце хода я могу взять и уничтожить Вурма. Потому что у него нету этих самых. Да, давай следующую. Здесь я проиграю. Ничего себе. Ну, я поднял... Такого вообще не бывает. Все еще вот двух друзей, да, мы уже. И первую я затащил. Не уверен, что заслужено. Наверное, ты будешь ходить, да? Ходить я точно буду. А вот я... решу, с этой рукой давай, или нет. Реши. Давай. Я оставлю. А я точно нет. Ван Лендер, ты где нету ни первого, ни второго нормального дропа. Да, для зомби это падно. Но как бы Александр у нас дропает, поэтому до 6 практически безболезненным элегантом.
Ну, опять же, у меня есть додров 4 этих товарищей. Криптика. Ну, такие, такой додров, конечно, да. А, я не дал тебе подснять. Запоминаешь свои ошибки? Нет, я тебя троллирую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ага. Лучше? Не намного, но оставлю. Поехали. Поскайся. Да. Очень веселое занятие. Говорят, даже помогает в магии. Да. Все, раньше с края не было. Лето было. Прям играешь вторым, и все. На, дебря тебе, зажигай. Я пока ее сломаю. Я пока даже тебе передам и немножечко отвлекусь. Нет. Не найду лес. Лес нам не нужен. Это остров. А вот. Тогда продолжаем ходить. Оп! Встала немножечко. Ох, какой топ-дек. Ну, поставим тебе шелтерит. Шелтерит. Тикет. Тикет. Как правильно сказать? Тикет. А, в общем, она тапнутая. Это ужасно. И ты можешь ходить. Даже могу так карточку потянуть, да? Добро. Блин, ну опасно, конечно, но мне приходится упоротого мертвеца выкладывать без лишней манки. Передал. Мертвец без лишней манки, он не так страшен, как мертвец с лишней манкой. Давай получим одну энергию и поставим мятежного очистителя. Я даже пролетел пол. Еще энергию. Зажигай. Ну, давай очистим без него, типа там, да? Да. Давай. Такой закончился. Даже сходим на тебя в атаку. Не больно. И я передал. Ну, подроваемся. Еще один узел. Стало 4. И слугу канала. Служит и канал. Ты можешь ходить? Хочу вот такого парня. Да. Хочу атаку. Назначай. Назначай. До дэмэджа. Потратим одну. И избавимся от антенки. Она на данный момент страшнее, чем упор мертвеца. Да уж. А мне прошло на 2. Да ладно, даже не заблокируешь упорного мертвеца, когда у меня нет манки. Ты чё? По-моему, мисплей. Угроза. Так, а мы продолжаем, да? Ты мне передал вход. Да. У меня подровался. Подровался. Ага. Подровался. Давай поставим вот так. Зеленая эфирная подстройка. Энергии станет чуть больше. Идем в лес. Ну и пока можно, сходим в тебя. Нет! Ты можешь ходить. Он ездит только с Москвы или как? Он уже проехал зеленые склады. Во-во. Выложил земельничку. Смотри, что у меня есть. Колосс, который выйдет с жетоном. Жетоном? Да, колосс. Хочу атаку. Давай. Назначил. Ай, больно на 2. Да ладно, опять меня болт не пролетел. Что такое? Зачем ты себе списываешь? Списываем. Могу ходить? Да, давай. Развернулся. Подорвался. Поставил земель. А карта у тебя на руке? Карт у меня достаточно на руке. Карт у меня аж 3 штуки. Тогда ходи. Ё-моё. Нам сегодня как-то... не очень завозят. Прям все не то и все не так. Смотри, что я сделаю. Давай. Я выведу еще одного. Еще одного графстера. Да. Да. Сделает тебе зомби-токен. Это сделает мне зомби-токен. Подожди, я просто его не сыграл. Так, надо затапаться нормально. После этого я сыграю еще этого, и это сделает мне 2 зомби-токена. После этого я хочу в атаку. Давай, назначай. Блок. 2. Передал. Не зря я таки наискал. Все-таки пригодились. Как хорошо.
когда оппонент настолько самонадеян. Без всех. Это печально. Блин, каждому существу. И не осталось ни одной маны, чтобы вернуть за ней. 3-3-3-3-3-3 и дырка. 3-3-3-3-3. А, что я землю-то убираю? Нет, землю оставь! Ладно. Давай без зомби поиграем. Окей, так сказать. Землями можно. Но не изгоняет, она вкладывает в грейв. Да, оно убирает мир. Оно убирает грейв. Ты пока не можешь, потому что потратим одну энергию, чтобы покрасить в красный, и сделаем виртуоза Махалева. Угу. Еще три получили. Теперь зажигай. Выведу дядечку. Да, дядечку. Передал. В конце хода позвал две вертушки. А куда ты мой декбокс спрятал? А вон он рядом со мной. Специальные боевые токены есть. On top. Угу. Апчкип. Не кашляй. Воткнем земельку. Слетал в тебя на два. Ужас. И шеи. И ты можешь ходить. Какая-то низкая интерактивная рука сегодня. Бэтмен! Ну, не знаю. Не совсем Бэтмен. Давай поставлю землю и передам. Как хорошо. Оппонент крайне мил. Мил. А, ты понял. Только сейчас понял. Мятежный очиститель. Энергии стало побольше. Я подровался. Головоломка древоплета. Энергии стало еще больше. Я полечился. Топтеры к тебе спешат. Топтеры, ничего не могу сделать, да? Их точка стала меньше. Ну, ты можешь ходить. Передал. В конце хода несколько действий. Взорвал головоломку. Хиточек стало совсем много. Потратил 6 энергии. Вызвал дополнительную помощь с воздуха. Печально. Апкип. Как-то не вовремя. Кто-то к нам идет, кто-то к нам подкрался. Хочу в атаку. 4 топтера и мятежная очиститель. А ты не будешь блокать бегущего парня? Он 3-2. Нет, не буду. Хорошо, тогда тебе на 7, ты в 7. Ты можешь ходить? Привет, Паш. Привет. Садись, рассказывай. Да. Как дела, как болот под ровом? Что? Не болото? Да. Ну, давай я Даш передам. Респонсы. Да. Хочу такого парня поэкзавить. Ну, в респонс я сброшу карточку, положу токен зомби. Да, такое случилось. Паш, я ну, пошел... человека возьми стул и присядь, пожалуйста. Сделай. И поздоровайся с нашими телезрителями. Еще один респонс. Они тебя не видят, они тебя слышат. Больше топтеров. Больше. Гораздо больше топтеров. Ну, тут все. Давай следующую, третью, финальную. Давай. Так, ну что, ты у нас ходишь первым? Я хожу первым. Третья финальная битва Marvel против Mono Black Zombie. Да, 1-1. Вот. В первой игре мы поставили уламога, и нам это не помогло. Во второй даже не понадобилось ставить уламога. Да, во второй игре мы поставили. Ну, это мне нравится больше, помогло. Я ставлю. А, я тоже кипну. Я поверну землю, выложив ее, и сыграю повернутого пса. Санктум, постройка. Да. Найду гору, ты можешь ходить. Тап, апкип. Я дрочистый изумруд и побегу на тебя в атаку назад. Ай, больно. Передал. Ты видал, кстати, как я настроил качество? Паша, на, тебе подсними мне. Классно видно. Паша, подсними ему. Оп. Паша лучше, чем ты подснимает. Даже энергию мне поставил. Очень мило. Подровался. Угу. С Пашей подровался лучше, чем с тебя. Так. И давай тебе молнию в пса скажем. Будем хиточки экономить. Молния. Молниеносный. Да, зажигай. Да. Ты можешь вернуть его, когда у тебя одна или менее карт в руке и только на скорости сорсеры.
Давай вот так. Окей. Что опаснее? А, она это. Так что, ну а что, уломок. Подло. А, показываю тебе свою руку. Один там был. Соответственно, я подровую карточку. Да. Ну и, соответственно, еще два. Потому что два моих, один твой. Теперь выиграть будет намного сложнее. Ну, собственно, затем они и лежат здесь. Да, да, да. Это вот идеальный сайт. Сайт, чтобы было сосайт. Оп, изменный. У кого? У таких как? Ну, я две в сайде было, я положил. Ну, ручку запомнил? Чё? Ручку запомнил. Там еще... земля. Нет. Там были молнии, какие-то что-то эфирные снабжения. Да. Давай, а нехер убивать моих шакалов. Так вот, да? Давай. За шакала и брата стреляю. Да. Будь здоров, Паша. Ты классный. Ну, хорошо. Ты будешь ангела брать, не? Да. Мятежная чистилища, ты его видел. Я не готов, у нас нету... Подровался, да. Ты можешь ходить. У нас нету перчаток. И на денег тоже нет. На! Как ты хорошо сложился. Ни денег, ни перчаток. Что ты мне теперь скажешь? Вот подлый изгонятель ломогов. Поехали в банк, я его скрою один банкомат. Так, вот тут как бы множество опций, и это несколько меня стопорит. Я даже не знаю, что как мне лучше поступить сейчас. Дива такой. С одной стороны, по темпу бы хорошо, а с другой стороны, зомби. Да, зомби. И передал. Эфирная подстройка. Да-да. Энергии стало еще больше. И мы найдем себе остров. Ну да что такое вебочку купить? Нас смотрят люди, но они не пишут. Будем прямо благодарны. Собственно, я тоже это поставлю. Да? В темп ты воткнул мне мимика, а сейчас все твои зомби станут больше. И с жетонами я такого не хочу. Давай без мимика. Печально. На три? Нет. Хорошо. Хорошо. Могу? Да. Внезапно Лилиана. Да, Лилиана. Лилиану в минус 2. Да, хорошо. Положите две верхние карты на ваше кладбище. О, как хорошо мы почистили топ-дек. И подумать. А, чего думать? Тут или пес, или мимик. Ну, естественно, ну, мимик. Ну, пес сам вернется. Пес сам вернется в свое мимик время. Получше. Передал. Так. Все внезапно стало хуже. Ну, там звук есть. Потому что. А можно посмотреть? Комменты. Потому что. Так, комменты. Вот. Слугу канал тебе поставил. Не пишут. А на сдачу поставил тебе виртуоз мухолет. Ох, нет! Второй вин кондишн в этой деке. Да. Ты можешь зажигать. Этап. Апкип. Маны у тебя до хера и больше. Ну, пока просто 5. А вот энергии у меня 15. Выявил зомби. Видимо, да. Подумал. Скажите вообще, пока он думает. Очень странная дилемма, поскольку у меня больше нету ломогов в колоде, я не понимаю, играть мне Марвел или нет, потому что его спины, они будут приводить к тому, что я буду понимать существ, ну, третьих дробов. Есть ли в этом вообще хоть какой-то логический смысл? Вроде как и да, ты можешь похиллерить топ-дек и за 6 энергии получить существо, с другой стороны, у меня еще есть плодилка топтеров, я могу Александра просто залетать. Давай сюда лильку в плюс, минус 2, минус 1. Ну, так-то отметим, что... Да, неплохо. Она покарабкалась. И давай вот такого парня воткнем, он войдет с жетоном. Жетоном, да. И давай я скажу передал. Соответственно,
в end step я хочу создать армию топтеров. У меня не осталось больше энергии. Теперь у нас есть топтеры, поэтому можем все-таки попробовать воткнуть Марвел. Если они будут умирать, мы будем их сдавать под чамблок, они нам будут генерить энергию. Очень мило с их стороны. Хочу в атаку. Давай. Три топтера в тебя, два топтера в Лилиану. Да, Милянка умерла. Так, тебе на три. Безобразно сделал, да, могу? Да, ты можешь ходить. Оп, виртуоз вернулся. Блин. Получить минус, сходить в тебя на 3, терпеть на 3. На 5, топ-тер в 5. Да, на 5. Ну, благо мы так мы ничего не можем сделать, давай. А, я должен пожертвовать что? Пожертвовал топ-тер, погенерил энергию. Так, она лежит здесь. Вот очень спорный сайдборд. Понятно, что нужно как-то избавляться от уламога, если он вышел. Но мне кажется, все-таки лучше полагаться на Disrupt руки. Это Lost Legacy и Transgress the Mind. Дать Минас сходить на 2. Ну давай, дадим Минас, сходим на 2. На 3. На 3. Он же зомби. Передал. Ну, слушай, на мой взгляд, это была ошибка. Да? Да. Потому что я захочу пойти в обратную сторону. И обратно я пойду уже на 8. Потому что ты погнул своего блокера. Да. Хорошо. Тебе на 8. И скажу, что ты можешь ходить. Upkeep. Хочу пойти в атаку. Давай. На 6. А, эффекты. Угу. Проба с гениальности. Угу. Ну, это сейчас будет. Ну, а следующий ход. Скрай 2. Сколько, за сколько он генерит? За 3. Да. Ну да, ну тут все. Подожди, я даже не подровался. Ну все тут, ну что ты юродствуешь? Ё, сенсор подровался. Ну, в принципе, да, согласен, что все, потому что я просто забегаю тебя с воздуха.